Государственной филармонии имени Жамбыла состоялась мировая премьера симфонии «Миссия на Марс». Она посвящена запуску первого арабского межпланетного спутника зонда «Аль-Амаль», который сейчас вращается на орбите вокруг Марса. Однако мировая премьера произведения стартовала в культурной столице нашей республики в Алматы, что очередной раз подтверждает статус нашего города как центра культуры и искусства. Сама симфония написана четырьмя молодыми композиторами из разных уголков мира. Главный дирижер на сцене большого зала – известный казахстанский виртуоз-скрипач, кстати, уроженец Алматы, Марат Бисенгалиев. Мировая премьера симфонии в Алматы проходит в два дня. В концертном зале был аншлаг. В числе гостей был аким города Алматы Бакытжан Сагынтаев, звезды эстрады, а также иностранцы. По понятным причинам заполняемость была не больше 30%, однако это музыкантам сыграло только на руку. Благодаря неполной рассадке гостей был достигнут так называемый квадроэффект. Музыка звучала со всех сторон. В воздухе витала настоящая космическая атмосфера. Ноу-хау и был в том, что впервые дирижер играл лицом к публике. Изначально симфония должна была прозвучать на открытии Всемирной выставки «Экспо» в Дубае. Но художественный руководитель проекта, коренной алматинец Марат Бисенгалиев, настоял, чтобы мировая премьера состоялась именно в культурной столице нашей страны – в Алматы. На сцене Большого зала филармонии вместе с маэстро Марат Бисенгалиевым выступал Государственный академический симфонический оркестр и хоровая капелла имени Бакытжана Байкадамова. Солист оркестра Серик Нурмалдаев сыграл на народном инструменте СБСГ, а вот вокальная часть принадлежала певице с уникальным диапазоном Мируэрт Мусрали. Вторая часть концертной программы началась с известных народных произведений, как «Айттым Салем Каламказ» и «Жильсестунде Жарахай». Народные инструменты звучали в унисон инопланетной симфонии. Публика осталась в восторге от феерического шоу. Напомню, мероприятие прошло при поддержке культурного фонда Абу-Даби, Министерства культуры и акимата города Алматы. Айнрфина Рихпаева, Жасуан Умирзаков, телеканал «Алматы».